Посмотрите, друзья. Посмотрите, видите, сколько байкеров у нас сегодня. Вот буду вам сейчас включать, когда их увижу. Их сейчас. У нас фестиваль байкеров, друзья. Этот уикенд. Вот покажу вам сейчас. Тусуются они все в райде в центре. Вот справа, видите, я вам показываю. Сейчас вот еще. Это я сколько ехала, они мне все навстречу. Толпой. Вы знаете, вот терпеть не могу. Во-первых, вонь, во-вторых, шум. Вот посмотрите и послушайте. Это у меня еще окна закрыты. Вот от них. Потом от них бензином воняет невозможно. Шумят, гремят, тарахтят. Боже мой. Вот еще красавчики, видите? Полюбуйтесь на них. Послушайте, как они тарахтят. Ну вот, это... Звук вам слышно, вам не слышно вонь. Мне слышно еще и вонь, вот эту жуткую бензиновую. Мне не нравится. Сказать по правде, вот этот наш байкерский фестиваль, он проходит каждый год. Вот, я не в восторге, и вообще никто не любит у нас в райде его. Те, кто здесь живет на острове, никто не любит, потому что, сами понимаете, шум ужасный, выхлоп от них. Ой, как они шумят, тарахтят. Потом, но они, конечно, есть там интересные. Не знаю, может быть, свозить вам, показать. Сейчас у нас что-то дождь собирается, они, наверное, никуда не поедут. Вон они опять. Вот немножко, видите? При том, что я же еще и боюсь, я такой водитель начинающий, а они носятся посредине дороги, стараются на светофорах обгонять, вот это вот несутся в середине, и, в общем, мне не нравятся они, не хочу я их здесь, вот они, красавчики, видите, сколько их, ё-моё, что вам про них еще рассказать? Это у нас вот каждый год эти байкеры почему-то облюбовали наш город Райд. Вот они тусуются здесь, приезжают. Вы знаете, вот я уже не первый раз вам говорила, что англичане, они как дети. Вот это вот одни из таких детей. Вот они украшают свои вот эти вот мотороллеры. Это же, я говорю, байкер про... Но это мотороллер, а не мотоцикл даже. Вот. Мотороллерские... Мотороллерские, как они называются, эти мотороллеры, даже не знаю. Вот. И вот они тут собираются. У них уже специально там некоторые с девушками, некоторые просто сами. Такие хипари, они, знаете, разнаряженные. Потом у них вот эти вот их мотороллеры, все в каких-то флажках, все, наверное, чуть не 100 там зеркал они на них навешивают. Куда бы ни поехал, ни пошел, везде они. Вот впереди, посмотрите, видите, у него сколько там этих зеркал. Вот он выскочил от своих друзей, отбился. Теперь будет оглядываться, тарахтеть впереди меня, ё-моё. Вот теперь они обгоняют уже, смотрите, слева. Ой, да они отовсюду, и слева, и справа, боже. Отовсюду эти байкеры, боже. И вы знаете, даже разгоняться-то никак не получается. Не получается разгоняться, потому что боишься. И все едут медленно, из-за них пробки. И вот посмотрите, сколько их тут стоит на светофоре. Вот ломанулись опять. А на улице дождь пошел, друзья. Не знаю, стоит ли мне ехать туда, в центр райда. Хотела показать, где они там у нас останавливаются, где у них там и палатки. Вот они, пожалуйста, красавчики, посмотрите.
вот, ну не знаю, может быть, это интересно, красиво, но то, что от них шум и ужасная вонь бензина, выхлопные газы, от машин такого нет, вы знаете, от них ужасно. Дождь идет, думала угомоняться, нет, посмотрите. Они все тут все равно. Все они красавчики, вот они, посмотрите. И дождь их не берет, я думала, под дождем они перестанут ехать. Я, вы знаете, заехала в центр специально. Центр райда нашего, вот этот центр. Хотела вам показать их тусовку. Ну, вы знаете, что-то я там приехала, не увидела. Вчера видела, а сегодня что-то не увидела. Это вот я опять еду по центру. Хочу вам все-таки показать одно место, где они в основном паркуются, тусуются, но их и здесь полно, посмотрите, припаркованы, вот они с левой стороны, видите, какие хочешь. Но здесь они еще не очень такие колоритные, есть такие все облепленные зеркалами, еще чем-то. А вот видите, что из-за них, не из-за них, не знаю, ну даже видите, вот пробка в центре, я еле-еле еду, все забито. Посмотрите, парковки справа-слева, все забито, боже. Сегодня пятница у нас. Пятница, времени 4 часа. И дождь пошел. Вы слышали, как у меня дворники скрипят на машине? Это вот одна и та же интересная вещь. В этом году я проходила техобслуживание, МОТ здесь оно называется. И мне там механик по собственной инициативе заменил. У меня были родные здесь на этой машине, дворники. Он мне их заменил на новые. Взял с меня 18 фунтов, друзья. Они вообще самую дешевую, наверное, какую только имел. Вот он поставил мне. Скрипят. Слышали как? Чистят плохо стекло, постоянно разводы какие-то. В общем, лишь бы денежку содрать, называется. Так, ну все-таки ж я думаю, доехать вам показать, где тусуются байкеры. Ну вот, впереди, посмотрите, если вам видно. Я выходить не буду, друзья. Потому что дождь идет. Посмотрите, сколько их здесь. Видите? Вот это вся, вот это все безобразие. Вот посмотрите. Это вот они. Вот посмотрите, полюбуйтесь. Сколько их тут. И по всему, как вы видели, сколько я ехала, они попадались. И потом у них один единственный раз, вот для чего они здесь. Ну, они, наверное, просто потусоваться. Вот справа посмотрите, сколько их. Это паб здесь. Бар пивной. Вот они тут тоже. Не знаю, не темно ли вам, потому что дождь идет. Видно плохо. Ну, в общем, один единственный раз они проезжают всей толпой. Я как-то, наверное, года 4 или 5 назад, когда для меня все это было в новое и интересно, я пошла посмотреть, когда они там поедут. Вот. И вот этот их заезд, вы знаете, вот они все стоят, тарахтят, потом они, значит, трогаются, а мы все вдоль стоим и смотрим, и дышим этими выхлопными газами, слушаем этот жуткий треск, тарахтение. И не знаю я, что там хорошего. Ну, может быть, им-то и интересно проехаться. Но не, больше я уже не ходила смотреть, потому что я просто задохнулась, вы знаете. Вот. Ну, вот, показала вам, друзья. Думаю, что вы поняли, что такое у нас эти байкеры. На этом пока-пока.